Первое место мое! Голосуйте за пупса Антошу! Всем привет, ребята! Вы на канале СПТВ! И сегодня мы на показе моды в Roblox! Вот сейчас мне нужно одеть этого вот моего Роблокса как-нибудь красиво, интересно. У нас какой-то здесь стиль looking snazzy. Я немного не понимаю, что там нужно, но я так думаю, что нужен супер бомбический стиль. И сейчас мы его подберем. Смотрите, какие у меня классные волосы, черно-белые. О, сколько татушек! Класс! Это такие временные татухи, которые можно на себя накидать. О, вот это борода. Сейчас борода очень сильно в моде. Кто согласен со мной, ставь лайк. Все бородатые, даже младенцы, наверное. Наушнички. А, нельзя и бороду, и наушнички. Так неинтересно. Я бы все одел. Ладно, вернемся к моим татушкам. Выберем. Вот что-то здесь ярко-карамельное, какое-то такое сочное. Заберем. Вот что за прикид на мне? Какая-то ночнушка, девчачья. Как они вообще могли моего Роблокса пацана так одеть? Ужас. Очки радужные тоже нельзя. Во дела. Одел бороду и прическу, и все, и больше ничего нельзя сверху добавить. Снейкин лукин. Так, что же за стиль мне подобрать? Ой, что-то я на бомжа похож. Такого немного стильного. Ужасно. Нужно подобрать что-то более яркое. Во! Ой, это какой-то прям борец, который это, рестлер такой вот. Смотрите, прям похож на него. Не очень. А здесь. Ой, это что? Это рэпер какой-то. А это что, одни штаны, что ли? Какие странные штаны. О, во, мне нравится эта футболка с цепочкой, такая стильная, под мои рваные джинсы, само то. Согласитесь, ребята, очень круто смотрится. Я думаю, судьи оценят мой стиль. Хотя можно здесь побегать, еще что-нибудь... Ой, это девчачий уголок, не-не-не-не-не, я туда не пойду. А что же мне еще, может мне прическу поменять? А может другие штаны взять? Может не рванки? Рванки сейчас в моде или нет? Как думаете, ребята? Напишите в комментариях. Насколько выгодно брать не рванки? Вдруг они уже все и судьи не оценят меня. А мне нужно первое место. О, а вот эти джинсики прикольные. Смотрите, они с такими кляксами разноцветными. Думаю, кляксы само оно. Ух ты ж, здесь можно стиль и походку выбрать. Вот, смотрите, какой я такой. Ой, я какой-то шипастый весь, странный. О, во, класс, я качок. Круто, подкачанный и стильный. Первое место мое. Здравствуйте, судьи. Сейчас перед вами будет выступать сам Пупс Антоша. И его 120 тысяч подписчиков будут болеть за него. А, что, не я первый? Ну ладно. О, мне можно оценить этого чувака? Хорошо, сейчас пооценю. Ну, стиль так себе, на двоечку, танцует прикольно, прическа ничего. Ну, ничего оригинального такого. Ладно, ну, троечка. Очень красиво танцует. А кто у нас клет? О, смотрите, это же я, это же Пупс Антоша, брутал-бруталыч. Смотрите, весь такой дерзкий, стильный, с бородкой и черно-белым волосом. Оцените мои штанишки разноцветные. Видите, ничего лишнего, вышел, показался и ушел. Дайте мне первое место. Ой, а что дальше? А, тут еще и девчонки, не только пацаны участвуют. Прикольная собачка, это кажется лама. За ламу 4 звезды. Вот чисто за ламу, потому что сама какая-то вся квадратная и однотонная, ничего выделяющегося, кроме ламы. Смешная лама. А это у нас кто? Эй, я такую кофточку уже видел. А что за прическа странная? Я даже не знаю. Наверное, в 2, ну в 3, ну ладно, 4 звезды. За оригинально разноцветную прическу. Кстати, девчонке эта кофта больше идет, чем тому пацану. А, тот пацан одел девчачью кофту. Ой-ой-ой. Это что такое? Это Микки Маус Бэтмен? Ну не, ребята, это вообще какая-то безвкусица. Я, конечно, не стилист, но это выглядит как-то не очень. А вы что скажете? Понравился вам этот стиль Бэтмена Микки Мауса? Мне не очень. А это у нас что? О, вот это красиво! Смотрите, какая причесочка! Какие башмачки! И, в общем, красиво все! 5 баллов! Класс! Стойте!
Я ей дал 5 баллов, это значит, она займет первое место, или здесь 5 баллов вообще давать нельзя? Это как? Ой, а это что такое? Оу, чувиха! Света, кажется, забыла одеться, в ночнушки пришла. Еще и лысая! Твоя прическа в том, что ты налысо побрилась? Ой-ой-ой, какая безвкусица! Ну, тебе даже третье место не заработать, это точно. А первое место должны отдать мне. Или той девчонке. Блин, а вдруг той девчонке отдадут, а я буду на втором месте. Так интересно. Ура! Что? Она в ночнушке на первом месте, а я такой крутой, брутальный и накачанный на третьем. Нет, так нечестно. Я старался, подбирал, она пришла, в чем пришла. Вот сейчас возьму тоже в своей ночнушке, приду. Вот в такой страшной пижаме или как это там, майки с трусами. Но меня не оценят, так уже было. Блин, что тогда одеть? Так, мама сделала это. Угу. Mom made me wear it, или как это произносится. Короче, нужен стиль такой, как будто мама меня сделала и одела. Вот так. Может, такие штанишки полосатые с пингвинчиком. Похоже, что мама одевала. Да, еще кепку синюю на бок как-нибудь, или назад, или вообще с таким кривым козырьком. Точно будет похоже, что меня мама одевала. Ладно, пойдем поищем. И еще подобрать какие-нибудь яркие, радужные очечки. Во, классный стиль. Хотя навряд ли это будет похоже, что мама так сделала, да? Может, татушки? В прошлый раз татушки не проканали. А может быть, какие-нибудь яркие такие, оригинальные выбрать. Вот так, смотрите. Ай, сердечки сплошные. Ну да, если подевала мама, она бы налепила сплошных сердечек, как девочек. Все мамы одевают и мальчиков, и девочек, как девочек, без разбору. И ты всегда на девчонку будешь похож, даже если ты пацан. Вот так мама любит делать. Вот, если бы мама одевала меня, точно одела бы вот так. Такую косуху, кофту на меня через плечо девчачью. Ой, а это что? Это я юбку одел? Не-не-не-не-не-не-не-не, в таком девичьем прикиде я точно не... О-о-о, а это что? Это же цветная, ночная, звездная пижама. Здесь я точно первое место возьму. Возьму какую-нибудь прическу. Ой, это как будто черная медуза на меня напала. Не-не-не-не-не, так что-то некрасиво. Нужно какой-нибудь пооригинальнее прическу. Уберем один волос. Так-так-так-так, что тут у нас? Ого-го! Ребята, где-нибудь вы видели столько видов иракеза? Я даже не знал, что их так много. А давайте примерим вот такой. Ух ты, смотрите, какой широкий, мощный иракезик. Ой, а я нашла что-то поприкольней. Как вы думаете, судьи оценят двойную прическу? Хотя нет, в той девчонке не оценили. А вот такая. Ой, бакенбарды какие-то страшные. Что же делать? Если бы мама делала мне прическу, то она, наверное, сделала бы мне вот такую. Ой, нужно ту снять, чтобы эту одеть, или эту одеть, чтобы ту снять. Ой, блин, не успеваю, 3 секунды, нужно срочно что-то одеть. А вот, и снять, нет, двойная прическа. Ой, блин, ну надеюсь, они оценят. Давайте, судьи, оценивайте наши прикиды и прически. Итак, у нас выступление «Мамин стиль». И самым первым выходит Пупсан. Нет, не Пупсан, тоже какая-то девчонка. Ой-ой-ой, какая она злая. Ее точно мама одевала. Смотрите, насколько недовольная моська. Еще и на каблуках. Две звезды ей всего я дам. Все, больше не потянет. И следующий у нас выходит. О, красиво, очень красиво. И цвет волос, и такое платьишко, и прическа, и бантик. Ну, такое лицо недовольное. Ужасно недовольное лицо. Видимо, маме нравится прикид, а ей нет. Так, и я. Во, пацан тоже вышел. Зацените мой стиль, смотрите. Какой он яркий, оригинальный. И меня стопудово мама одевала. Я вам честно говорю, зуб даю. У-ху-ху, голосуйте за меня. Так, а кто у нас следующий? Опять в пижаме кто-то вышел. Ей даже мама парик одеть не успела. И опять она первое место возьмет. Нет, так нечестно будет. Какое-то лицо недовольное. Если ей дадут первое место, то все. Я больше на эту фэшн-френзи не приду. Так и знаете. Ух ты.
Вот это глаза, вот это стиль. Так нечестно, она же сейчас выиграет. Даже я ей 5 звезд готов дать. Смотрите, как красиво все сочетается. И наушники, и прическа, и кофточка, и джинсы, и глаза анимешные. Так нечестно, это запрещенный прием, анимешные глазки. Что? Мне даже третьего не дали. Я так и знал, что эта девчонка с анимешными глазками победит. Это нечестно. Нет, должен был победить я. Шестое место. Все, я больше к вам не приду. Пока!